Уже в этом месяце некоторые медработники почувствуют повышение зарплаты. Верховный совет поддержал соответствующий законопроект сразу в двух чтениях. Речь о надбавках врачам скорой помощи, отделения гемодиализа и фтизиатрам. В прошлом году для данной категории установили доплаты до 100 рублей. Сейчас ограничения не будет. В Верховном совете, однако, обещали на этом не останавливаться и в скором времени закон доработать. Нам хотелось бы, чтобы это не ограничилось, не распространялось только на эту категорию, а дать право правительству определять ту категорию, которая сегодня нуждается. В Верховном совете считают, размер надбавок нужно увеличить для тех специальностей, где кадров сегодня не хватает. При этом рост зарплаты ждет всех медицинских работников уже с 1 июля 2020 года.